Турнир по дворовому футболу «Уличные красава». Перед началом матча все должны убедить судью, что они поняли правила. Подождите, сначала я, судья матча, должен убедить вас, что буду судить честно. Обещаю, стопудово, я буду. Повторяйте, мы обещаем, что читали правила. Обещаем, я будем, стопудово, отвечу. Ну что ж, протокол матча соблюден. Группа Ж, якутские самбисты принимают сынов маминой подруги. Поехали! Нарушая все законы дворового футбола, самбисты не ставят самого жирного на ворота, а сделали из него правого латентного, то есть латераля. Оп-оп, обманочка и пас на Ботана, которого взяли в команду, потому что должно быть 5 человек. Слышь, чмо, дай пас. Серия обманных движений. Как вы поняли по технике Ботана, в это время года в Якутии свирепствует энцефалитный клещ. Свисток. Нарушение. Желтой карточки у меня нет, поэтому в наказание играешь в одной бутсе. А как это вы и главный судья, и боковой? А мы с ним близнецы. А что такое близнецы? Задолбал. Красная карта у меня есть. Биологию надо было учить. Вообще-то у меня по биологии 5. Ты меня задолбал, у тебя команда сейчас гол забьет, а ты мне тут стоишь, про биологию втираешь. Зато у меня по географии 3. А вот географию надо подучить. Понял? Ну что ж, якутские самбисты уверенно выигрывают матч, и по правилам дворового футбола их соперники дарят победителям свои бутсы. А мы заканчиваем нашу трансляцию, но перед этим смотрим на эффектного якута. Пафосная реклама, спонсор трансляции — Ижевский завод тапочек. Смотрите турнир «Уличный красава» на всех площадках страны.